Всем привет! Вот уже прошло полгодика с выхода Ryzen'ов третьего поколения. Цены на них более-менее утихомирились, и я думаю, перед многими стоит актуальный вопрос. Что взять? Новенький Ryzen 5 3600 или старенький Ryzen 7 2700? Давайте разберемся и посмотрим цены на эти процессоры и на их возможности в играх. Итак, в магазине CityLink Ryzen 5 3600 в OEM-версии обойдется нам в 14 800 рублей. Такая новинка имеет 6 ядер и 12 потоков, работающих на частоте 3.6, с бустом до 4.2. Понятное дело, что он фаворит сегодняшнего дня, но записывать этот ролик я решил после того, как увидел цену на Ryzen 7 2700. А стоит он 15 500 рублей, но имеет на борту 8 ядер и 16 потоков. И тут складывается интересная картина. С одной стороны, лучшим выбором должен стать Ryzen 7 2700, а с другой стороны, новенький Ryzen 5 3600 выглядит более свежее, что ли. Но давайте не тянуть, а перейдем к тестам и выясним, какая из этих железяк будет лучше для игр. В Cinebench новинка от AMD Ryzen 5 3600 набирает 1443 балла, в то время как старичок набирает 1535. Результат практически одинаковый, как и цена. Разгона процессоров, естественно, не было. Хотя старичка Ryzen 7 2700 можно неплохо так разогнать, в то время как Ryzen 5 3600 плохо поддается разгону. Ну что ж, давайте посмотрим, на что способны эти процессоры в играх. Все тесты проводились при самых максимальных настройках графики. Итак, первая игра на тесте — Metro Exodus. Как видите, новенький Ryzen выигрывает в этой игре в среднем на 15 кадров. Однако стоит отметить, что нагрузка на процессор у Ryzen 7 2700 была меньше, что обуславливается количеством ядер. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на Assassin's Creed Odyssey. В целом результат почти одинаковый. Иногда Ryzen 5 3600 вырывается вверх, но в целом оба процессора идут вровень. Но шестиядерная ряженка опять нагружается намного больше, чем старенький 2700. Теперь давайте посмотрим на Battlefield 5. Тут явная победа за новым Ryzen 5 3600. Однако старичок держался не сильно далеко, но по 1% 96 против 83, о чем-то и говорят. Ну а у нас на тесте Watch Dogs 2. В целом тут видна победа нового Ryzen 5 3600. Небольшая, но она есть. По 0,1% так вообще пропасть. Ну и последняя игра на тесте — Ведьмак 3. Тут, как ни странно, тоже выигрывает новинка от AMD в среднем на 5-10%. Ну что же, давайте подведем итог. В целом для игр хватает Ryzen 5 3600. Из-за обновленной архитектуры он смотрится намного лучше и выдает более высокий FPS. Но имеет на 2 ядра и 4 потока меньше, чем Ryzen 2700. Думаю, вы все знаете, что Ryzen 7 с его 8 ядрами отлично подходит для рабочих задач. И я думаю, тем, кто помимо игр занимается чем-то типа видеомонтажа, должны посмотреть в сторону Ryzen 2700, который вы сможете еще разогнать и получить еще больший прирост. Ну а если вы обычный геймер и разгон вам не интересен, то нет никакого смысла брать лишних 2 ядра, которые особо прироста вам не дадут. Но решать, конечно, вам. В целом оба процессора хороши и достойны в своей цене. А если вам понравился ролик, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. До скорых встреч!